Всем доброго времени суток, с вами канал ArtMania. И сегодня у нас видео обзор на такой вот аккумулятор холода. Покупал его в фикс прайсе за 55 рублей. Вот его кладется он в морозилку. Если какой-то ушиб, его приложить можно, если жарко. И якобы продукт он охлаждает. Ну, не знаю насчет продуктов. Мне кажется, это надо какой-то большой, побольше размером. Ну, хотя бы сантиметров там 15 или там сантиметров 20 на 20, чтобы он хоть что-то охлаждал. А так бутылку молока там и контейнер какой-то, не знаю, не думаю. Или их несколько надо таких. В принципе, не настолько большой. Вот. Давайте его посмотрим. Мы с вами в этом ролике узнаем, за сколько часов он охлаждается. Ну, замораживается и размораживается, за какой период времени. Вот. Прям такой мягкий, как антистресс. Да, такой чересчур мягенький, хорошенький. Кстати, там были в виде банки варенья, прям такая красная, и апельсинка круглая. Да, такой кругленький апельсинка, мне тоже понравилась. Но я решила взять эту. Так, у нас там написано состав полиэтилен, гель. Вода 96,9%. Так, карбоксицеллюлоза 3%. Глицерин 0,1%. Ну, какой-то там состав. Произведен он в марте 2019 года, а к нам он пришел только недавно. Обидно. Такой, знаете, вот гоняется прям. Гоняется такой. Что-то такое прямо. Интересно. Ну ладно. Это можно его разминать вообще как антистресс еще очень-очень долго. Надо было все-таки мне две взять. Вот, прошит он здесь вот хорошо. Не прошит, а, наверное, каким-то горячей штучкой какой-то проделать, не знаю, как это называется. Довольно хорошо. Да, вот тут вот немножко пошире внизу сделано. Такой материал очень плотный. Нигде ничего не вытекает. Не знаю, если порвется, безопасно ли он или нет, я не знаю. Вот. И давайте я сейчас пойду его положу в морозильную камеру и буду наблюдать, залазить буду, в течение какого же времени он все-таки заморозится. Не знаю, быстро или не быстро. Может быть, даже быстро. Вот. В будущем я его, конечно, планирую держать в морозилке, потому что неожиданно, если даже у меня маленький ребенок, неожиданно такое бывает. То, что ребенок ударился и срочно надо приложить лед. Это вот идеально подходит. У нас, кстати, в магазине не быстро раскупились. Ни один не остался. Вещь хорошая. Да, антистресс. Все, я пошла. Так, 25 минут она охлаждалась, но такая мягенькая. Все равно мягкая. Не знаю, какая она должна быть. Попробую теперь я ее открою через час. Посмотрим. То есть я сначала хотела 15 минут, но нет, тут даже 25 минут. Она охлаждается в руках, кстати, довольно быстро. Становится мягенькая. Ладно, смотрим дальше. Вернее, ждем. Так, ну вот прошел один час. Она хрустит даже. Заморозилась. Тут все такое жесткое стало. Да, смешно, да?
Смешно, Диме? Смешно? Заморозилась так прям. Такая хрустящая. Тут по бокам она лучше заморозилась. А посередине еще немножко мягкая. Ну вот прошел час. Оставлю, мяка. Сейчас положу, наверное, еще. Часа на 2-3 до вечера посмотрим, заморозится ли она полностью. Но она довольно быстро размораживается, мне кажется. Если, допустим, вот так вот приложить куда-то, Дим. Да, что-то вот держать. Она, да, холодная, прям ледяная такая она. Ну вот уже она почти разморозилась. Да, холодная? Холодная, скажи, холодная, да? Уберу сейчас ее на несколько часов. Посмотрим. Ну, она уже жмется не так хорошо. Все равно жесткая. Но тут, конечно, по бокам больше жесткая. И ждем дальше. Ну, вот у нас прошло 2 суток. Она полностью заморозилась. Жесткая. Как бы вот осталось место вот просто вот там. Воздух, наверное, скорее всего. Тут даже чуть-чуть запотевшая. Она прям в лед превратилась. Ледяная прям вот. Вот она даже стучит, прям холодная. Так вот она выглядит. Держать такую красоту можно в морозилке. А потом что-то произойдет, раз, оттуда вынули и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите комментарии, какую купили вы. Пригодилась она вам или не пригодилась. Или же что вы с ними делаете. Может, действительно можно положить просто в сумочку. Какой-нибудь еде, и она будет от себя отражать холод. Ну, в принципе, она холодная. Летом, например, да? Сколько штук их надо таких? В принципе, 55 рублей, это довольно дешево. Можно купить несколько штучек еще таких. И всем пока-пока.